преступника в этом городе были хоть какие-то принципы. Честь, уважение. А ты? Во что веришь ты, а? Во что ты веришь? Я верю, что то, что тебя не убивает, делает тебя... страннее. Я знаю, почему его зовут Джокером. А потому что он ходит в гриме. Жалкий псих в дешевом костюме и гриме. Это не проблема, он никто. А я думал, у меня шутки плохие. Просто есть типы, которые действуют вне всякой логики. Их не подкупить, не залагать, не договориться и не прийти к компромиссу. Эти люди мечтают видеть мир в огне. Я свою половину сжигаю. Вас только деньги волнуют. Этот город заслуживает преступников получше. Слушайте, я знаю, почему вы проводите свои занятия по групповой терапии лишь при дневном свете. Я знаю, почему вы боитесь выходить ночью. Бэтмен. А вы видите, какой безумный Бэтмен сделал Готэм? Если хотите порядка в Готэме, Бэтмен должен снять маску и немедленно сдаться властям. Как насчет фокуса? Та-дам! Как гравитация. Нужно всего лишь слегка подтолкнуть. А вот и настоящий Бэтмен. Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас мы вас развлечем. У меня один вопрос. Где тут Харви Дент? Я похож на человека, у которого есть план. Я знаешь кто? Я пес, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если б догнал. Так что я просто делаю и все. У мафии есть планы. У полиции есть план. У Гордона есть план. Они планировщики. Планировщики пытаются контролировать свои тесные мирки. Я не планировщик. Я пытаюсь показать им, насколько жалки их попытки все контролировать. Я сделал то, что умею лучше всего. Я взял твой план и использовал его против вас. Смотри, что я сделал с городом с помощью бензина и пары пуль. Знаешь, что я заметил? Никто не паникует, когда все идет согласно плану. Даже если план чудовищен. Если завтра я заявлю прессе, что один из членов банды будет застрелен. Если грузовик-солдат взлетит на воздух. Паники не будет. Потому что все это часть плана. Но когда я говорю, что какой-то жалкий мэр умрет, все вдруг теряют голову. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх. Видишь? Тебе нужен я. Я здесь. Я хотел знать, что ты сделаешь. Ты не разочаровал. Ты дал пятерым людей. Затем позволил Денту занять твое место. Даже для таких, как я, это жестоко. Где Дент? Эти идиоты из мафии хотят убрать тебя, чтобы прошлое вернуть. Но я знаю правду. Ситуация необратима. Ты все изменил. Навсегда. Зачем ты хочешь убить меня? Я не хочу убивать тебя! Что я без тебя буду делать? Снова воровать мафию? Нет, ты дополняешь меня. Ты тварь, убивающая за деньги. Не говори, как все, ты не такой. Хотя и хочешь им быть. Для них ты просто псих. Как я. Сейчас ты им нужен. А надоешь. Они тебя выкинут. Как прокажен. Их принципы. Их кодекс. Всего лишь слова. Забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я покажу тебе,
когда дело плохо. Эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище. Я вижу их насквозь. Сегодня в полночь я взорву вас всех. Если же кто-то из вас нажмет кнопку, я оставлю этот паром живым. Так кто же победит? Нам лучше перестать драться, а то мы пропустим фейерверк. Не будет никакого фейерверка. И раз, два, три. Хотел доказать, что все в глубине души так же уродливы, как и ты. Ты один. В забавном мире мы живем, правда? Может быть, ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Нет. Мой папаша был алкаш и изверг. И однажды он взбесился как-то больше обычного. Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочки понравилось. И вот, у меня на глазах, он ее зарезал. Хохотал, как сумасшедший. Потом повернулся и говорит: «Чего ты такой серьезный, сынок? Чего ты такой серьезный, сынок? Давай-ка мы тебе нарисуем улыбку». И... Чё ты такой серьёзный?